Они нас найдут. Они не поймают нас, это самая неприметная машина. Они не поймают. Знаешь, вот на чем? На чем? На туристическом автобусе. На чем? Туристическом? Понял. Это как субмаринка, которая... Ага, да, это самая защищенная машина, ни одного стекла вообще просто. Доброго попасть, дорогие зрители и подписчики нашего канала, с вами снова YouTube Мафия, Шуз, Джек, Блэк, здрасте. 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 И мы продолжаем устанавливать контроль над городом, который называется, насколько я помню, Лос-Сантос. И мы воруем телевизоры. Вот это вот разница, да, понимаешь, воровать истребители, военные вертолеты и телевизоры. Ну, телевизор... Нас волнует не цена и стоимость, нас волнует уважение. Так, хорошо, вот, здесь, похоже, только моя перделка, но она двухместная. А моя перделка... Шепота, где твоя? Я как бы у своего дома, и сейчас, наверное, возьму машину на четверых, да? Моя перделка... Давай, тоже... бери машину на четверых, поедем на одной. Я тут на нее каркас поставил. Мою тачку, походу, угнал какой-то мудила. Да не должен бы. Она далеко отсюда, очень далеко отсюда, я не знаю, почему так. Неважно. Ладно, вернется. Угу. Я себе открыл калаш, теперь буду наконец догонять вас, потому что с ПП угнаться за вами было вообще никак. Кстати, я пробовал выполнять задание на очень большом уровне сложности. С ПП реально там две обоймы в человека. Даже в голову. И не умирают никак. Резиновые пули. В последних сериях был жесточайший пасос, по-моему. Я себе квартиру купил, кстати, да. Я пару деньков уделил прокачке, чтобы маленько вас хоть догнать до вас. Вот, теперь я так, тут. Я выбрал проверенную машинку. Давай. А Макс купил снайперку. Да, вот сейчас проверяю, потому что она какая-то дикая. Ты лучший прицел поставил? Да, влил в нее 30 тысяч довольно много, как по моим меркам, потому что я немножко бомжеват стал в последний момент. Что, ой, Джек, ты невидимый был, я тебя испугался. Я думал, это машина призрак. Ты уверен, что 4 места? Да, да. Это ж наша тачка, ты что? Ты не признал нашу зеленую Бетси? Нет, конечно. Что это за машина? Зеленые машины по статистике гораздо чаще попадают в аварии. Я это уже говорил, но меня это беспокоит. Учитывая, зеленая что машина... за рулем Джек Шепард, который водит как бог. Это был сарказм, Джек Шепард. Как бог. Как бог. Водит боком. Ну что, Джек? Что? Прошла информация, что ты, между прочим, 2 километра. Занимаешься межполовиной разборками. Власть! Смотри, как он пригрел вопрос. Ага. Чем тебя не устраивают негры? Объясни мне. А ты знаешь? Я не знаю. Я сказал межполовыми, надо было сказать межрасовыми. Да, я не понял. Черные, афроамериканцы, прости меня, даже я считаю, афроафриканцы. Афроафриканцы. Подожди, мы воруем телевизоры, серьезно? Да. А в чем мы их увезем? На машине за 60 долларов. В заднице, как обычно, в заднице. Все по стариночке. Да. Ты знаешь, просто ты в этом деле спец, потому мастер. Один раз я купил холодильник и увез его домой. Гильдия проносит. Так, может притормозим его пешочком? Да, так и надо. Потому что я уверен, там балосы, все это прочее. Балосы, вагосы и прочее. Хуе-мое, да. Так, а парень, Максим, бегай прям. Тихо, не, подожди, тут надо гранатку кинуть, кстати. Да. Думаете? Можно. Но я попробовал. Закусите. Пустишь, там же телевизоры! Ну да. Нет, с телевизорами все нормально. Увезите фургон, Артур. Ой, я тут что-то взорвал. Так, короче. Нормально, я перевалил большинство народа. Вообще красава. Давайте, ребятки. Пока я раздуплился, все мертвы практически. Судя, ты реально так классно все задел, кроме фургона. Ага. Филигранно, машина подъезжает. Понял, из-за. Прикройте. Неплохо ты придумал, прикройте. Укрытий никаких, я тут нахапал. Отходи потихоньку. Живой еще, что ли? Все? Так, что, я сожрю? Долбаные телики. Еще машина едет. Давайте встретим. Давай. Сейчас она сюда прирулит. Да-да-да, пускай. Пускай выходит. Это такое нормальное было самоубийство с их стороны. Еще машина едет. Я не вижу. Вон слева. А, да, вижу все. Сейчас, Джек Шепард, все будет. Да-да-да. Еще одна машина. Ты, главное, не спеши, Джек Шепард. Хорошо, я даже назад отъеду, чтобы не попали в нас. Живой? А хрен его помер? Не-не, не живой. Так. Еще так, машина вот. Есть. Знаете, я бы сказал, я запарковался по-черному. Потому что черная машина черная. Да лучше уж так.
Ух ты, посмотри, какие они упертые. Это же просто кошмар. Дикари. Без страха. No fuck, мы забавно знаменитые. Бэйби. Так, ну что, погнали. Теперь можно стартовать, да. По-моему, там еще машина едет. Так, а я на чем поеду? А ты сможешь влезть в автобус, кстати? А, нет. Сзади попробуй. Аккуратно, машина. Машина, машина! Чё, долбай, чё? Больно делают. Так, откуда мы поехали? Давайте, давайте. А, тут не выход, что ли? Походу, они уехали. Да выехать, выехать, да. Походу, они отъехали, ты хотел сказать. Ага. Опа, еще одна едет. Ну, плевать на это. Так, я возьму власть, Джек. Если знаю, будет преследовать, я буду бросать власть и взрывать. Власть, то, что нужно. Угу. Так, что-то машина какая-то не тянущая. Сейчас они, кстати, за нами. Смотри, справа женщина, которая что-то подозревает, власть! Забей. Джек, не лучший момент. Я вообще не вижу власть, я могу ее кидать, интересно, или нет? Потому что я не вижу. Слышь, я походу не могу власть брать. А, не, могу, я ее держу. Опа! Обгоняй их, обгоняй их, обгоняй их, нормально все будет. Так, это парни, кстати... Да твою мать! Артур, ты там жив вообще? Как? Джек! What the fuck? И метр я чего проехал, как так нас задело? Вы там живы, нет? А, у нас вообще отвечает, нас никто не гонит. Мы увозим телевизоры. Все у нас нормально. А может быть... Короче, я убил их. Все, у вас там есть телеки вообще? Правильно сделал. У меня есть. У меня такое. Я как бы предлагаю вообще там, ну, скажем, пару штук выпало, там не доставили. Ну, бывает, бывает. Мартину уж важно уважение, а не телеки. А, ну да, конечно. Джек, поворот. Я вижу, вас там ползете. Джек, поворот. Джек, человек. Человек-поворот. Человек-поворот. Человек по кличке Бог. Так. Молодой человек, причем похожий на Бааса по одежде на мотоцикле, но это не он. Малосы любят носить такие, знаешь, как в колледже, жакеты. Кстати, видели скриншот? Жимпера. Чувак здесь в игре в GTA 5 в одиночке увидел тупака. Просто вообще один, в один его копия. Отдельный уникальный персонаж. Чё он с ним сделал? Ну, не знаю, просто фоточка была. На пикабу. То же самое, что и с оригиналом. Да. Плохо кончил. А чё ты быстрый такой? Ну, я могу... Ты почему нашу машину не забрал? Ну, потому что она была далековато, может быть, и там стреляли. Окей, пусть там стоит, и я взорвут, и всё. Но он застрахован со мной. Застрахуй. Застрахуй, житуху. Макс, стой слева. Подозрительная личность. Вот этот? Да. Подонок. Эти парни, по-моему, реально опасны. Еще есть подозрительная личность? Вон к Артуру поехал на белой машине. Вот этот? И поехал в стену такой. Вы сейчас копов наловите. А, нормально. Давай. Давай. Штурман мне нужен. Мне нужен наводка. Там направо, налево. Вот тебе наводку. Ну мне тоже, мне же скучно. Штурман, мне нужно наводку. Знаете, и наводку, и на пиво, только отвяжись уже от меня. Когда мы, блин, реально заделались доставкой бытовой техники? Я не знаю. Мартину, тем более. Посмотри, какой-то чувак нас обгоняет опять бешеный. А вот этот в белом, который? Вообще опасен. Тихо, тихо, тихо. Я с ним должен разобраться. Вот так. А тут налево, налево. Ладно, сейчас я найду поворот и поеду как-нибудь. Что, забей. Зло по горе. По горе. Мне вообще ничего не слабо, я даже перевернуться могу. Лучше не надо, парни. Для этих целей есть я. Хорошо. Жека, слабо перевернуть грузовик? Да как два пальца. Смотри, как... Не-не-не, Жек. Ну, ты, конечно, можешь попробовать. Я не уверен, что у тебя выйдет, но, типа, будет обидно. Я не знал, что здесь такие красивые места есть. А давайте-ка телеки доставим к Артуру, заедем домой. Не штырить дом, Терин, не бомжует в гараже. Ну там же вроде просится к нам. То же самое, что и было. А я не знаю, кстати, даже. То же самое или нет. Артур, мы доставили. Молодцы, я прямо завалил. Я хочу поиграть в какую-нибудь гоночку. Я хочу 100-500 тысяч денег. В гоночку. 400 уже хорошо. А то я вообще настолько бомжеват был, после того, как изнинговал тачку и купил снайпер. Сколько тебе дали? 4,5. А, 9. А, ну ты же, наверное, поставил машину. А, конечно. Ну ладно, да. Я молодец. I like it. I like it. Не знаю, в последнее время что-то... То ли они с баланса что-то сделали, то ли что, но деньги достать реально не проблема. Не проблема. Наоборот, да. Они говорили, что порезали всё. Наоборот, сложнее стало. Шоссе Синор, вон Макс хотел гоночку. Да, давайте погоняемся.
А может быть, ну ладно, все давайте уже. На самом деле, мы сейчас только что до записи серии 6 гонок откатали, поэтому подготовлены. Поэтому, Макс, не обижайся. А вы, да? Да, пока там за хот-дога не ходил. А я 3 хот-дога принес, да, то есть я тоже подготовился. То есть ты все равно эпиквин. Если я сейчас выиграю, то я просто докажу всем, что ничего не смогу доказать. Джек Шепард, только без этих остановись там и тому подобное. Хорошо. А то пусть будет честная игра. Давайте не бортоваться. А, я, кстати, выбираю. Давайте это будет от точки до точки. Какой транспорт вы хотите, господа? Я хочу суперкары. Вообще плевать. Будут маслкары. А маслкары это... Это Dodge Challenger, Dodge Charger. Ну, короче, так это нормальные тачки. А у них жопу носит до ужаса просто. И про газовки бежит. Ну, они зато очень быстро скорость набирают. А у суперкары набирают скорость гораздо быстрее. Все готовы, поехали. Ах, какой ты все-таки упертый, Джек Шепард. Зачем ты это? Ну, вот ты такой вредный человек. И когда вот выигрывает меня начинает, вот это вот такая желчь просто с экрана. Давай, уровень один. Ага. Так. Чё я доминатор-то не прокачал? Сейчас бы просто бы... Ага, я понял, ты был просто подлый. Да, я такой. Сейчас надо потом прокачать, да. Точно-точно, не забыть. Типа все возьмут обычные машины, а я на прокачанные поеду. Ну, изначально, то есть. Подожди, если прокачанные, то получается можно на прокачанные ехать? Да, я могу свою тачку выбрать супер прокачанную, а у вас бы простые. Ну вот это фигня. Но я не смог так читануть, потому что я забыл ее прокачать. Ну, я сегодня с Джеком Шепардом это сделал уже. Так, ну давайте, ребята. Удачи. Давайте. Удачи вам. Давайте репортоваться и действовать пускай чисто. Пускай победит парень с хот-догами. Нет. Хотя, если ты дашь мне хот-догов, то я не против. Ты я лучше выйду на первую позицию, если ты не против. Я сказал, если ты не против. Не бортоваться, да, честная игра. Конечно. Здрасте. Джек Шепард, вот видишь, пока ты там меня бортуешь, Джек Шепард потихоньку... Тихой сапой трайхарди ушел вперед. Сейчас мы ему пишем. Слипстрим! Давайте там. Развлекайтесь. Притормозить. Сам прикольно, что Артур тут раз очень хорошо знает, как и я. Ага. А что стрел умеет бортоваться, так что все нормально. Я с хот-догами, у меня вообще все нормально. Это Артур вылетел? Ну, вроде как не я. Клево. Макс, остановись. Ни за что в жизни. Покажу что-то. Ни за что в моей Макс жизни. Там топор лежал на дороге. Смотри, он с ним не работает. Подарочный. Слышь, меня носит Джек. Куда? Из-за тебя. Джек молчит, Джек ничего не говорит. Джек трекер. Макс. Я прям за тобой. А, ты хотел его сбить со следа. А, я понял. Че, парни, там еще не убили, что ли? Я удержался на дороге. Вы? Каким чудом, я не знаю. Джек, только попробуй, суки ты сын. Джек, только пойду попробуй. Я приду к тебе домой. Трактор! Я надеюсь, ты счастлив. Все очень плохо. Здравствуйте, парни. До свидания, парни. Парни поломаны, засранец, и вышел вперед. Как так? Как так, ты меня спрашиваешь? Я тебя даже не задел, честно. Расскажи мне. Черепашонок выскочил на дорогу. Я не мог его сбить. Все очень предсказуемо. Давай, бортуй меня. Не буду. Максом. 360 градусов, вспоминает был. Хот-дог-мен, хот-дог-мен, проиграет хот-дог-мен. Уже проиграл. У тебя тачка прокачанная, отвечаю просто. Ну конечно. Мои зрители могут видеть, что это не так. Это очень важно. Нет. Очень важно, крайне. Воу, тут пипец какая пробка, как я ее преодолел? И по дороге поехал. Трактор! А знаешь, воу, Джек Шепард! Как мне на Артур? Я ни хера не... Распались с дороги! Мне уже даже интересно... Да, просто победите! Какого черта у вас происходит? Он вытолкнул меня на дальнобойщика. Ага, я вытолкнул. Как это преодолеть? О, нормально. Слышишь, там какая-то жесть на дороге была. Гой еще разок. О, 8200. Давай. Давайте только теперь на суперкарах. Слушайте, это была лучшая гонка. Она была отличная. Ага. Вот если бы ты, сука, меня там не вынес, все было бы прекрасно. Но в то же время Артур может с тем же успехом сказать, если бы я, сука, там его не вынес за карты. Да вы ездить не умеете просто. Это мой процесс. Злые вы все какие-то.
Уйду вот я от вас. Я отлично с мотоциклами управляюсь. Давай, поставим мотоциклы. Пускай покажет, как он отлично управляет. Легко. Заново, что ли? Да, заново. А тут просто есть вроде другие гонки. Это, по-моему, прикольно. Это именно дальнобойка. Догоняются. Какая-то велосипедная. Хоть треснина, надо протиснуться. О, почему? Реально, такой трафик. Нажмите заново, кто не нажал, ребят? Я нажал. Я не нажал. О, пропускают чекпоинт и не нажимают заново. Просто Артур. Артурмен? Артурмен. Ты как Митрон. Он не видит ничего. Я попрошу, кое-что я все-таки вижу. Не Тор, да? Большое светлое пятно перед глазами. Так, мотоциклы, Джек. Мотоциклы. Ох, эти мотоциклы. Ох уж эти мотоциклы. Окей, так уровень розыска включен. Погода, может, какой-нибудь дождь. О, какой-то входит. Давай быстрее запускай, пока он не вошел. Он уже успел войти, так что пусть будет ясно. Пусть будет этот чувак, как это называется? Самым проигравшим, чтобы мы все деньги получили. Нет, хаотичное звено. Тот, кто не контролируется нами. То есть эффект неожиданности. Запускай. И что, ты боишься человека с 50 уровнем, что ли? Джек, запускай. Да он сам ушел. Его больше нет. Это ты зря. Джек был очень плохо. Джек Бояка, да. Блин, вы бы потом, что ты бы не выиграл? Да. Не-не-не, я бы наказал. Я бы даже поставил на черное. Черное серебро. У тебя уже не потеет от этих наушников, Макс? Да. Что? Уши от наушников не потеет? Нет. А может, у него нет ушей? А, может быть, кстати, это может быть поддерживает, я не знаю. Ладно, не важно. Кто такой мотоцикл взял? Я не знаю, мне написан Джек Шепард, ваша ставка и победная фишка. А, ты ставку сделал, а я что-то ничего не поставил на себя. Я тоже ничего не поставил. Оранжевый шлем. У нас у всех классно, Артур еще на Санчезе на каком-то давит. А он, кстати, быстрый, он поэтому взял. Он берет самое читерское вообще оружие, там транспорт есть. Это называется опыт. Бывает, проигрывает. Тоже нет, Артур читер, он любит читерить. Понял тогда. Да везде, поэтому. Ты просто говоришь, он уже поехал. Ты же не кажется ли, он стал другой? Пока, парень. Давай, сейчас я можно в кармашек устроюсь? Ага. Я тоже тут. Ваш кармашки. Пожалуйста. Кармашка. Пока, парень. See you later. Джек Шепард, твои понты самые понтовые, как я посмотрю. Я знаю, что ты будешь это делать. О, какой ты жулик. Это я-то жулик, я просто ты ответил тебе той же монетой. Нифига, ты просто, это были твои догадки. Жулик, не воруй. Машина прямо перед Артуром появилась. Конечно. Я чуть не родил. Бывает, Джек Шепард. Раз в 9 месяцев, как правило. Да, раз в 9. Это что было такое? Так, там носится во все стороны. Не знаю, это Соник Супер Ёжик какой-то. Артур налево. Нет. Что ли, стал нематиком, типа? Нет. Да как вы так все обгоняете друг друга? Слепстрим, надо просто отключать возможность. О, машина появилась из ниоткуда. Клево, да? Да, клево. Вот это серьезная заявка. Слушайте, вот это реально такая напряженная гоночка. Нет, это очень легко. Я, блин, открыл его очень сильно. Ох, как я вошел хорошо. Я очень плохо. Тоже. И только Макс, человек-хот-дог. Воу, Джек Шепард. Воу. Там кто-то запизделся, как пацанчик из-за выражения. Поговорите мне еще, мужчина. Да-да-да. Макс, поворот, кстати, был. Поворот не туда. Не туда? Поворот не туда. Я пропустил контрольную точку! Покажи, Шепард. Это была бы чистая победа. Окей. Фигово оторвались уже? Блин, я Артур. Парни, кажется, у кого-то есть хот-дог, а у кого-то хот-дога нет. Это очень плохо? Дери. Как им... Воу. Ты можешь меня догнать, Джек Шепард? У меня тут страшные дела творятся. Значит, я думаю, что машины передо мной появляются. Нет. Ну чё там? Бью минералку. Иногда можно, да? Машина. Ого, денег.
Еще одна. 8 тысяч, да? Зачем вообще работать, да, на Майкла Мадрас? Я не знаю, зачем мы возим телеки, там, рискуем своей жизнью, когда мини-купер. Когда мини-купер чуть не уехал. Че, погнали ко мне домой. Погнали. Погнали. Шклоповник в этот. Так, ну что, у меня один раз последнее место, один раз первое. Я считаю баланс. Я считаю тоже. Да вы офигели, что ли? Артур каждый раз второй. Да. Бывает. Кажется. Джек Шепард, поставь лайк. Кажется. Вот сейчас аккуратнее. Вот сейчас аккуратнее. Кстати, Джек, видишь, что ты неправильный мотоцикл взял? У нас там типа Акума. Да, был пенетратор. Но кстати, я Артура тоже был не Санчес, а был Акума, походу. Mm-hmm. Да? Вон там есть на пике формы. У нас с тобой одинаковые. Вот та гоночка, про которую Артур говорил. С горы Челят на гигантской скорости. А мы это сами сделаем. Кстати говоря, может в ближайшее время это сделать. Без всяких заданий. Да, взять велосипеды, они там на горе, и реально просто... Ты представь, как мы будем туда добираться. 66 смертей там, короче. Там есть фуникулер Джек Шепард. Ты не понял. Вообще до того места мы же будем втроем как бы... кататься рядом, а мы не можем там не убивать друг друга, не взрывать. Ну, я поеду на отдельной машине. Хорошо. Я вообще, чтобы избежать всего, пойду на ногах. Хорошо. Ну ладно, мы подождем тогда. Кто будет этого ожидать? Требуется работа. Пойди и получи ее. Ладно, нам нужно найти какое-нибудь задание. Нам нужно картошку. Я думаю, в следующей серии сегодня посмотрим задание. Чтобы 1030 дали. А где вы? А зачем тебе 1030? А я около тиранозавра. Я около тиранозавра. Я у тиранозавра, наверное, вижу. Я 20 тысяч заработал вообще иначе. У меня грудь. А куда дерьмо? Меня пользователи изгнали, ребят. Кажется, мои денежки плакали. Погоди, что это? У меня было 138 тысяч. Куда дели деньги мои? Я ж купил власти. Понятно. На 130 тысяч? А можете меня пригласить? Сейчас Джек Шепард это сделает, потому что я здесь банковскими операциями занят. Деньги потихоньку капают. Хорошо. Что у меня там? А вы вместе в одной сессии? Да. Ты вообще GTA 5 Макс показывает, даже не в онлайне. В том-то и дело, что меня изгнали пользователи. А, ну как этот был Артур. Что там, ты меня изгнал? Да. Артур, зачем ты изгнал меня? Ну, я люблю это дело. Изгонять людей? Нет, изгонять тебя. Что, это экзорцист, что ли? Так, Артур, поехали в город. Веди меня к своей квартире. Сейчас я тебя поставлю вейпоинт, потому что без этого будет довольно сложно это сделать. Как ты понимаешь? Да. Show me the money. Show must go on. Веди донатор, Джек Шепард, разворачивайся. В Legendary Motorsport есть крутая тачка какая-то, она выглядит как с нашего Волга старого, старой модели. Такая... Вся круглая. Ты хочешь ее украсть? Да. Взять, купить. Купить. Она такая, знаешь, у меня как старая модель. Дрог, что спросил? Вот, теперь тут так и извещают, что ли? Я первый раз такой вижу надпись. Вы просто нету, починили. Влетаю с моста! У нас раньше было там ваш заклятый враг Джек Шепард, ваш заклятый враг Шус присоединился. Все в комментариях говорят, как так? Артур, мне нужно, чтобы ты меня забрал. Все, машина не движется. Как она может не двигаться? А, ну ты подъедешь, увидишь. Ребятки, мы, кстати, можем теперь в заметных перестрелках в одной команде участвовать, помните? Да, выключить баланс. Кстати, я перестрелялся как-нибудь. Я тоже. В одной из след серии. Кто-то меньше не сбил. Ну, то есть ты увидел, да, машину? Вау, а как это получилось? А, в общем, там, короче, птичка вылетела на дорогу. Ага. Так, а где моя тачка? Чувак. Чувак. Какого чувака? Смотри, что он делает, дофиги. У меня моя старая стоит. Доминик. Власть. Власть. Обожаю власть. Так, я сейчас пойду искать свою машину, потому что... Давай. Куда они ее делят? Я делаю машинки на ремонте. Джек Шепард, руку простудишь. Я так понимаю, у меня наступил страховой случай. Руку простудишь, Джек Шепард. Думаешь? Сейчас я тебя оторву. Блин, вот у меня машину. Детей убивают. Вы не слышали, что он сорвет? Детей убивают? Убивают, судя по всему. Бывает. Мэри Стоп, Уэзер. А разве власть взрывать не... я не кинул. А, мне не Мэри Уэзер, мне же нужна другая штука теперь. Мне нужна штука, которая называется Morse Mutual Insurance. Ох ты. Артур, знаешь, сколько у тебя GP? 39, а знаешь, сколько у меня? 40. Да, блин! Да. О, есть. Страховой случай действительно помог. За химикатами Рон дал задание. Похоже, Трейвор опять скурил больше, чем продал.
Какая-то интересная обычная. Обычное дело, по-моему. У нас почти кончились химикаты, товар ушло совсем немного. У пропащих есть мобильная лаборатория в фургоне, в котором они ездят по штатам. Наверняка там полно химикатов. Пригони его нам, я тебе хорошо заплачу. Ну, я думаю, Шиповский. Завтра этим займемся, что? Да. Завтра. Тогда сейчас я еду на квартиру. Ага. Артуру. Что-то я куда-то не туда въехал, Джек Шепард. Я не знаю. Блин, почему у меня было 138 тысяч, я купил 20 власти, у меня нет денег. Сколько у тебя вообще? У тебя вообще нет денег? Не, сейчас-то у меня есть. Ну, короче, я 1030 потратил на власть, походу. Окей, ладно, хорошо. Тебе еще мужские стринги покупал. А, ну это тоже хорошо. Жмут, кстати, жмут. Давай, позырим, что у тебя в хате. Куда ты? А, у тебя... Парни, подождите меня, парни! Гайс! Парни, я уже иду! Ты куда, блядь? Парни! Ты бы видел, какой трюк я сотворил. Я прыгнул на твою машину, и вот прям миллиметр просто. Тоже лялечка, вот эту машину я тоже люблю. Да, я люблю. Ты бы, Макс, просто это видел. Артур. Дебаты. Чего вам надо? Я звенькаю тебе в дверь. Ну, бывает. Откройте. А я очередь. Откройте. Ты, кстати, двигаешь меня, но я все равно могу звякать. Давай, заходи уже. И меня. Короче, простите, у меня срач, я здесь вчера убил человека. Обычное дело! О, знакомые апартаменты. Так, вы... О, е. Здорово, братуха. Здорово. Как сам? Так, тебя здесь в холодильник не лазить, обувь снимать и не курить. Если кто-то будет... Я пропустил последний пункт. За диванчиком немножко там. Подожди, а почему? Я реально не могу, кстати, курить. Ты не можешь курить? Слушай, Артур приходит. О, подожди, нет, мы видим, у них моется. Подожди. Ну еще мы стоим. О, наконец-то. Ты политики-то какие-то мультики. Там Советский Союз. Я люблю мультики. Мультики про Советский Союз. Им нравятся под мультики. Лучше не будут смотреть, это Рокстар обидится. Прикол. Да, прикольный мультик. Громкость побольше. Подожди. Не спеши. Он реально громче стал. Ах, чайно что-то там. Шарвань. О, смотри, Хэлла. Кто, где? Republican Space Rangers. У них костюмы мастеров чифов. Так ты посмотри, так это они... Все, никаких телевизоров больше. Надоело. Так, теперь пивком догнаться, и можно, в принципе, что? Ну, в принципе, все. А что у меня на стене? Кто-то сопли вытер, что ли? Ну, это ну, ты, да, вчера. Это твои обои. Нет, я когда заехал, здесь жили люди, они сейчас здесь по кускам лежат, вот в этом кухонном гарнитуре. Что это за люди у тебя на фотографиях? Какой-то черный парень. Это бывшие владельцы этой квартиры. А, я зашел к ним соль попросить. Мич Декстер? А фотографии... А вон, да, действительно, смотри, какой-то черный парень, я что-то не увидел сначала. Короче, ладно, давайте на этом на сегодня прощаться, завтра пойдем на новую работу. Улики. Ты забыл газету с кровью. Слышь, не топчись по моему столу, пожалуйста. По твоему стулу. Капец, нет, ты по столу. В гараже задымлено все просто. Как раз на столе бумажка лежит такая. А что там? Что там за бумажка? А вот там кровь. Там бумажка с кровью вон лежит. Ну, здесь реально просто, видишь, полы все из... Короче, пришлось рубить. Понял. Давай не будем вдаваться в подробности. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что гоняли и проходили вместе с нами. Ворвали телевизоры. Да, завтра пойдем. Вон там какая-то работа новая вроде наметилась. Пойдем, возможно, мы даже не будем нюхать героин и вообще все будет довольно хорошо. Короче, увидимся. Всего хорошего. Пока.